Так, давайте начинать. В прошлый раз мы с вами доказали теорему о кумулятивной иерархии или иерархии фон Неймана. Она заключается в том, что в присутствии аксиомы регулярности, мы наконец поняли, зачем нам аксиомы регулярности, все множества являются, ну, как говорят, регулярными. То есть они встречаются на некотором уровне вот таким образом определенной иерархии. Ну, слово «иерархия» здесь просто означает, что вот эта вот класс-последовательность, она является строго возрастающей, такой монотонной. Ну и, естественно, для каждого множества существует не просто вот какой-то ординал альфа такой, что x принадлежит альфовому уровню этой иерархии, ну, а существует наименьший такой ординал. Соответственно, это некоторый такой ранг, да, это как бы первый шаг, когда можно было построить соответствующее множество x. То есть неформальная интуиция, которая стоит за теорией множеств Цермео-Френкеля, она следующая, что множество строится по шагам, да, вот, в ходе некоторого такого трансфинитного процесса. Сначала у вас есть пустое множество, ну и дальше на таких вот непредельных шагах вы берете множество всех подмножеств предыдущего уровня, а на предельных шагах вы берете, естественно, объединение. И вот таким образом все множества когда-нибудь получаются. Других множеств нет. Значит, ну и напоследок мы с вами поговорим о такой вещи, как алифы. Мы на самом деле это уже упоминали, когда вот так бегло, значит, говорилось о континуум-гипотезе. Я напоминаю, континуум-гипотеза, она утверждает, что наименьший бесконечный несчетный кардинал, он равен вот такой штуке. То есть если взять кардинал множества всех подмножеств натуральных чисел, то он, конечно же, строго больше, чем алиф 0. И вот утверждается, что значит, между алиф 0 и 2 в степени алиф 0 ничего нет. То есть алиф 1 – это наименьший кардинал, который строго больше, чем алиф 0. То есть имеет место вот такое равенство. Вот. И было также сказано, что имеет, значит, есть такая штука, как обобщенная континуум-гипотеза. Она утверждает, что значит, если неким образом построить последовательность всех бесконечных кардиналов, занумерованных ординалами, то есть важно, что нумеруем мы все равно ординалами, двигаемся все равно по ординалам, мы не умеем двигаться по кардиналам. Но если вот занумеровать как бы все бесконечные кардиналы, то, значит, скажем так, следующий за кардиналом алиф-альфа это в точности 2 в степени алиф-альфа. Да, то есть мы берем множество всех подмножеств алиф-альфа, там, значит, как-то это вполне упорядочиваем по теореме Цермео, значит, там есть какой-то ординал, берем такой наименьший ординал, это вот кардинал, то есть мощность соответствующего множества. Вот утверждается, что вот так. Ну, или тут можно было написать еще альфа плюс один. Ну, просто по определению так получится. Давайте поймем, а вот что это на самом деле означает, то есть как соответствующая последовательность алифов получается. Значит, рассмотрим для этого такую класс-последовательность. Она определяется по такой самой общей версии классовой трансфинитной рекурсии. Мы об этом говорили в прошлый раз, поэтому я вот это повторять не буду. Значит, мы хотим нумеровать только бесконечные кардиналы, ну, вообще в теории множеств. В первую очередь интересуются бесконечными мощностями. Так что начинаем мы с алиф 0, то есть на нулевом шаге мы берем алиф 0. А дальше, если у нас есть какой-то непредельный ординал альфа равный бета плюс 1, то мы берем алиф бета и берем вот алиф бета с плюсиком. То есть кто такой алиф бета с плюсиком? Это наименьший кардинал, значит, который больше, чем алиф бета. Вот. Наименьший из таких, то есть как бы следующий. Ну, а иначе это получается, что у нас речь идет о ненулевом предельном ординале. То есть на ненулевых таких предельных шагах мы берем просто объединение всех предыдущих.
Я напоминаю, что если x у вас это множество кардиналов, тут важно именно множество, то есть все кардиналы, они образуют класс, да, вот если есть множество кардиналов, то если взять объединение всего этого дела, то это будет снова кардинал. Мы это доказывали, ну сейчас мы передокажем побыстренько. И естественно, поскольку отношение меньше, оно на кардиналах, как и на ординалах, совпадает со строгим включением, то вот эта штука, это на самом деле супремум икса, да? С точки зрения вот такого порядка по принадлежности или порядка по строгому включению. Они в данном случае совпадают. То есть, поскольку это, то есть тут самое важное проверить, что это кардинал, а если это кардинал, то уже очевидно, что это будет супремум по включению. И, следовательно, вот это как бы и есть их предел. Да? Так что вот понятно, что мы берем супремумы на предельных шагах. Значит, почему это вообще кардинал? Ну, давайте посмотрим такое напоминание. То есть вот это вот как бы утверждение. Значит, маленькое доказательство. Пусть альфа – это объединение икса. Значит, x состоит из кардиналов, значит, в частности, из ординалов. Соответственно, объединение этого икса – это тоже какой-то ординал. То есть пока что мы не знаем, что это кардинал, но это какой-то ординал, который является супремом иксов. Вот. Теперь пусть у нас есть какой-то бета, который меньше, чем альфа. Значит, поскольку альфа – это супремум иксов, как ординал, да, то если я беру бета, который меньше альфа, то он не может быть супремумом. Да? Он вообще, в принципе, не может быть даже вот верхней гранью всего этого, потому что альфа был наименьшей верхней гранью. Так что, значит, существует... То есть бета, он обязан быть меньше, чем каппа для некоторого каппа из x. Понятно, да? То есть там порядок линейный. Если бы так не было, то получается бета был бы больше либо равен каппа, но тогда это верхняя грань, но тогда альфа не наименьшая верхняя грань. Вот. Но теперь, поскольку каппа-то это кардинал, а бета его меньше, то бета не может быть ему равномощен. Потому что если он ему равномощен, то каппа просто не кардинал. Это означает, что поскольку бета меньше, значит он подмножество, значит он меньше или равен по мощности, чем каппа. Но поскольку каппа это кардинал, то на самом деле тут стоит строго меньше. Вот это строго меньше означает, что есть инъекция из бета в каппа, но нет биекции. Понятно? Вот. А каппа – это просто один из элементов в иксе, так что если мы все это объединим, то каппа будет под множеством альфа, ну и значит здесь есть вот такая штука. Понятно, да? Вот. Ну и следовательно, бета строго меньше по мощности, чем альфа. Ну, по теореме Кантера-Шрёдера-Бернштейна, там не может быть равно по мощности, иначе каппа между ними зажата, и оно равномощно им обоим. Вот. И так, и что это такое? А, вот. Мы получили, что если бета меньше, чем альфа, то бета, ну, как минимум, неравномощно альфа. Да? Это означает, что само альфа, оно кардинал. То есть оно неравномощно никакому меньшему. Да? Бета мы брали не кардинал, а просто какой-то элемент альфа. Так что вот отсюда следует, что, значит, что наш альфа, то есть вот эта штука, это действительно кардинал. Понятно, что произошло? Вот, это просто напоминание. Так что конструкция корректна в том смысле, что все наши алифы – это кардиналы. Да? То есть когда мы берем плюсик, это по определению, а значит, когда берем объединение, ну, объединение кардиналов – это кардинал. Так что, ну, если так совсем аккуратно, нетрудно показать с помощью трансфинитной индукции по ординалам, что вот эта штука состоит из кардиналов. Да? Потому что, ну, алиф 0 – кардинал, плюсик – кардинал, ну и тут объединяем кардинал. Ну, то есть как, делать это особо нечего. Потом мы еще поговорим о том, а нужно ли для определения вот этой штуки использовать аксиому выбора, но это чуть-чуть попозже. Это было у нас в одном из упражнений. Значит, ну, интуитивно понятно, что вот эта вот трансфинитная класс-последовательность, она строго возрастает, да?
То есть если мы берем какие-то ординалы альфа и бета, альфа меньше бета, то тогда альфа-альфа, он строго меньше, чем альф-бета. Ну, это выглядит, в общем-то, абсолютно очевидно, но давайте просто для, в качестве маленького упражнения покажем, а как это по-честному доказывать. То есть если вас спрашивают на экзамене, хорошо, а докажите это по-честному. Вы говорите что? Вы говорите, ну, хорошо, посмотрим вот на такое утверждение. Для любого альфа, если альфа ординал, ну, формально тут написано для любого альфа, если альфа ординал, то. Да, то есть ординал все-таки это не множество. Значит, и для любого бета, если он ординал, что если альфа меньше бета, то тогда альф-альфа меньше, чем альф-бета. Это вот такое утверждение, мы его хотим доказать. Да? Значит, в нем есть два квантора по ординалам. Значит, вот один, вот второй. Мы можем один из них отщепить, останется некоторое утверждение, которое зависит ну, от соответствующего параметра, и дальше доказывать его трансфинитной индукцией по ординалам. Опять же, на прошлой лекции было сказано, что есть трансфинитная индукция не только вдоль ВУМа, а по всем ординалам. То есть мы показываем, что для нуля что-то верно, что если верно для альфа, то верно для альфа плюс один, и что если верно для всех меньших альфа, да, где альфа предельный и не нулевой, то верно для альфа. Вот если такое показать, то для всех верно. Понятно, да? Значит, почему здесь удобнее вести индукцию? Ну, естественно, по бета, потому что бета – это верхняя граница. Так что мы делаем небольшой финт ушами. Мы говорим, что, значит, это все, конечно, замечательно, но давайте мы альфа и бета поменяем местами. Естественно, это можно сделать, потому что, ну, потому что это два квантора всеобщества. То есть мы пишем для любого бета, для любого альфа. Пока понятно, что произошло. Значит, вот эту штуку отщепляем и пишем трансфинитную индукцию по бета. Ну, по ORD, да, но имеется в виду, что вот это вот бета – это наш параметр. Так, ну и что тебе происходит? Какой у нас бета может быть Ну вот может быть бета равно нулю. Но тогда все очевидно. Почему? Потому что, ну, альфа меньше нуля не бывает просто, значит, у нас посылка ложная и импликация истина. Пока ясно, да? Хорошо. Давайте дальше. Пусть у нас бета – это какое-то гамма плюс один. Гамма меньше бета, для него мы предполагаем, что мы все знаем. Значит, берем какое-нибудь альфа, и пусть оно меньше, чем гамма плюс один. Ну, то есть меньше бета, то есть меньше, чем гамма плюс один. Что это значит? Ну, гамма плюс один – это гамма в объединении с синглитоном из гамма, так что это означает, что альфа меньше или равно, чем гамма. Правильно? Следовательно, по индукционной гипотезе, алиф альфа меньше или равен, чем алиф гамма. Почему так? Потому что гамма меньше, чем бета, значит, если альфа меньше, чем гамма, то алиф альфа меньше, чем алиф гамма. Ну, а если равны, то, очевидно, равны, поэтому тут делать нечего. Вот. Ну, и кроме того, по определению, вот эта штука строго меньше, чем алиф гамма плюс один, потому что мы взяли наименьший строго больший. Вот. Ну и в результате вот эта штука строго меньше, чем вот эта штука. Ну, все получилось. Понятно, да? Так, и так, как всегда, поля слишком малы, поэтому давайте вот сюда перенесемся. Значит, теперь у нас пусть бета, он предельный. Ну и формально, поскольку 0 тоже предельный, давайте писать не нулевой. Что тогда? Берем альфа меньше бета. Вот. Тут можно по-разному действовать. Ну, например, можно действовать так. Смотрите, у нас бета, он предельный и не нулевой. Это означает, что если я возьму альфа плюс 1, то он будет по-прежнему строго меньше, чем бета. Потому что альфа плюс 1 – это наименьший ординал, который больше, чем альфа. И он не может совпасть с бета, потому что иначе бета был бы непредельный. Так что он по-прежнему строго меньше, чем бета. Вот.
Ну, а альфа, естественно, строго меньше, чем вот эта штука. Вот. Ну и теперь что получается? Что если я возьму альфа, он, конечно же, строго меньше, чем альфа плюс 1. Это просто по определению. А альф плюс 1, он меньше или равен, чем альф бета. Почему? Потому что для бета предельного, не нулевого, альф бета как определяется? Как супремум всех меньше. А альфа минус 1, плюс 1, он меньше, чем бета, значит, он в этом супремуме участвует. Понятно? То есть, смотрите, вот эта штука, альф бета, это супремум всех альфов с индексами меньше, чем бета. Но альфа плюс 1, он меньше, чем бета, значит, он туда там участвует. А это супремум, но он больше либо равен. Вот. На самом деле он даже строго больше, потому что там можно было взять еще альфа плюс 2, альфа плюс 3, и они все равно до бета не дотянутся. Но нам так хватит, потому что здесь строго меньше. Понятно? Вот. Все, такое вот простенькое утверждение. Это мы как бы готовимся к тому, чтобы показать, что все бесконечные кардиналы здесь формально встречаются. Интуитивно это понятно, потому что мы берем наименьший, который не встречался, и там берем супрем. Вот. Но мы пытаемся по-честному показать, что все встретились, так чтобы понять, какая тут возня на заднем плане, а потом это уже интуитивно как-то воспринимается. Вот. Ну и теперь само наше утверждение, вот к чему мы идем. Утверждается, что для любого бесконечного кардинала каппа, то есть берем просто какой-то кардинал, знаем, что он бесконечный, что он встречается в этой трансфинитной класс последовательности, то есть найдется ординал, то есть еще раз, тут кардинал, а тут ординал. Что для любого бесконечного кардинала найдется кардинал альфа такой, что каппа – это альф-альфа. То есть все встретились, все кардиналы в этой последовательности. Поэтому, когда говорят рассуждения про бесконечные кардиналы, иногда говорят рассуждения про альфы, потому что альфы исчерпывают эту штуку. Вот. Ну, давайте это продемонстрируем. Тут есть несколько утверждений вспомогательных, которые мы сейчас тоже отдельно докажем. Значит, первое утверждение, оно вот в первой строчке. В прошлом году я его не доказывал, сейчас давайте прям аккуратно покажу. Значит, с помощью трансфинитной индукции легко показать, что альф-альфа больше либо равен самого альфа для всех ординалов альфа. Ну, больше в смысле как ординал. Интуитивно это понятно, потому что, ну, грубо говоря, альф-0, конечно, строго больше, чем 0. Да? Вот. А потом вы прыгаете по кардиналам, но кардиналы, они более разреженные, чем ординалы. Так что, конечно же, вы прыгаете, ну, быстрее, чем ординал. Понятно? То есть, как бы следующий кардинал, вот, например, следующий кардинал за альф 0, это что-то уже вообще несчетное. А для любого счетного ординала, если к нему единичку добавить, ну, он по-прежнему счетный. Так что, на самом деле, прыгаем мы довольно быстро. Вот. Не обязательно как в континуум гипотезе 2 в степени, но все равно достаточно быстро. Поэтому, ну, вроде как они должны очень-очень быстро расти. Значит, ну, давайте доказательство честное. Значит, тут сказано для всех ординалов альфа, так что альфа это у нас параметр, введем опять индукцию по ординалам, какой альфа может быть, ну, давайте посмотрим, вот альфа равно нулю. Что тогда? Ну, тогда, опять же, очевидно, потому что, ну, альф 0, он, конечно же, намного больше нуля. То есть, на самом деле, там строго больше будет, но мы так уже доказываем больше либо равно. Понятно, да? Пока. Хорошо, пусть у нас теперь альфа равно бета плюс 1. Значит, что мы знаем? Бета меньше, чем альфа. Так что альф бета, он больше либо равен, чем бета по нашей индукционной гипотезе. То есть это индукционная гипотеза. Значит, тогда, если я беру альф-альфа, то есть альф-бета плюс 1, он, конечно же, строго больше, чем альф-бета, но это просто по определению. И этот строго, ну, больше либо равен, чем бета. Так?
раз здесь строго больше, то если я к бета сейчас добавлю единичку, то алиф бета плюс 1 будет больше либо равен, чем бета плюс 1. Правильно? Ну, на самом деле, опять же, строго больше, потому что, ну, смотрите, если бета был конечным, алиф бета – это какой-то бесконечный кардинал, ну, к бета добавим единичку, он по-прежнему конечный, он по-прежнему строго меньше, чем какой-то бесконечный кардинал. Правильно? А если бета был бесконечный, то, как мы с вами понимаем, если к нему добавить единичку, там добавляется один элемент, и мощность не изменится. А у алиф-бета, у него мощность изменится, она станет строго больше. Поэтому на самом деле, конечно же, строго больше, но нам тут пока вот это вот. Так, ну и теперь альфа чего там? Предельный не нулевой? Что тут происходит? Как мы знаем, это тут немножко тонкий момент, если альфа предельный не нулевой, то он равен объединению всех бета, которые меньше, чем альфа. То есть он равен супремуму всех меньше. Ну, интуитивно это понятно, но мы это честно показываем. Да? Вот. Теперь мы знаем, что каждый из этих бета, он меньше либо равен, чем алиф бета. Да? Причем вот это меньше либо равен можно воспринимать как что? Не как принадлежность или равенство, а как подмножество. Значит, если я объединю все эти бета, то я тут могу тоже написать объединение. Понятно? Смотрите, у нас каждый бета был меньше либо равен, чем алиф бета. Да? Можно было сказать, что в каком смысле меньше или равен? Ну, потому что принадлежит или равен. Но мы знаем, что на ординалах и на кардиналах там, вот, принадлежность, то есть вот это меньше, оно ведет себя так же, как строгое включение. Так что тут можно было бы написать вот так вот, да? Для бета. Бета под множество алиф бета. Но если теперь я объединяю все эти бета и справа объединяю с такими же индексами, то оно включение сохранится. Вот. Ну, а это просто по определению алиф-альфа. Понятно? Вот. Так что в результате, ну, все, вот эту штуку мы доказали. Понятно, да? Сейчас, теперь... у меня вот вопрос. Да. Вот у этой класс-функции, там, алиф с индексом, у нее разве нет неподвижных точек? Нет, нет. Сейчас, а если мы возьмем что-то в духе, там, супремум, там, алиф-ноль, алиф-алиф-ноль, ну и так далее. Это не будет неподвижной точкой? Ну, каким образом? В смысле неподвижная точка? Что вы... И... Как? Что-то я не понимаю. Мы только что по индукции доказали, что они строго больше на самом деле. Сейчас, а почему у нас вообще строгое такое включение, оно сохранится при вот этом объединении по бета меньше альфа? Вроде не очевидно. Значит, вот здесь, да? Ну, когда мы там делали... переход индукционный для предельного альфа, вот там доказательство, которое мы сейчас проделали, там же у нас, если у нас было, если там бета было строго меньше, чем алиф бета, то вот непонятно, почему объединение бета будет строго меньше, чем объединение алиф бета. Нет, ну тут у нас получилось не строго, да, то есть у нас получилось альфа меньше либо равно, чем вот эта штука, так? Угу. Вот. Вы хотите сказать, может ли быть равно, да? Угу, да. Просто мне всегда казалось, что может. Для кардиналов? Ну да. Так, давайте тогда я про это еще чуть-чуть подумаю, да? Сейчас. Равно. Ладно, давайте это потом чуть-чуть. Mm-hmm. Вот. Нам пока этого хватит, но да, это чуть подумаю. Значит, так, чего еще? Значит, следующее утверждение.
оно уже очень близко к тому, что мы хотим, вот здесь. А именно, что если у вас есть какой-то бесконечный кардинал каппа, какой-то ординал альфа, и каппа, ну, мы не говорим, что он произвольный бесконечный кардинал, а говорим, что он, вот, если он меньше, чем альф-альф, то тогда обязательно каппа равен альф-бета для некоторого бета меньше, чем альфа. Вот. Ну, доказывается это трансфинитной индукцией по альфа. Мы сейчас поймем, как это доказывается. Ну, давайте для начала поймем, почему этого нам хватит. Ну, потому что если есть произвольный теперь бесконечный кардинал каппа, он в частности является ординалом, значит, он меньше либо равен, чем алиф каппа. Он строго меньше, чем алиф каппа плюс один, потому что тот чуть-чуть больше еще. Вот. И тогда, пользуясь вот этой звездочкой, можно заключить, что каппа равен альф-бета для некоторого бета меньше, чем каппа плюс один. Да? То есть меньше либо равно, чем каппа. Ясно, да? Как мы теперь все получим при условии, что мы докажем вот эту вот звездочку. Вот этот момент ясен? Да, то есть мы такую как бы ограниченную версию нашего утверждения доказываем. Вот, нам так просто будет удобнее. Как? Почему это так? Ну, здесь у нас тут есть для любого ординала альфа. Вот давайте вести трансфинитную индукцию по этому альфа. Значит, по кардиналу мы все равно не умеем вести трансфинитную индукцию, по ординалам умеем. То есть наше утверждение такое. Вот для каждого альфа рассматриваем следующее утверждение. Для любого бесконечного кардинала каппа, если каппа меньше, чем альф-альфа, то каппа равно альф-бета для некоторого бета меньше. Ясно, да? Это вот такое большое утверждение, которое зависит от альфа. И теперь индукцией по альфа мы его доказываем. Вот. Доказательство соответствующего утверждения. Пусть у нас альфа равно нулю, ну тогда, к сожалению, утверждение, видимо, вырождается. Почему? Потому что у нас получается, что каппа он меньше, чем альф 0, ну а такого не бывает. Значит, почему такого не бывает? Потому что ну, альф 0 это наименьший бесконечный кардинал, каппа его меньше, значит, это просто натуральное число, но мы же хотим бесконечный кардинал каппа, ну, значит, не бывает так. Вот. Так что тут все тривиально. Посмотрим, что происходит, когда значит, на непредельных шагах. То есть альфа равно гамма плюс 1. Ну, можно было бета, но у нас там бета значит, зашито в наше уже утверждение. А пусть у нас каппа меньше, чем альф гамма плюс 1. Ну, то есть он может быть на самом деле меньше, чем, ну, с учетом того, что каппа это кардинал, а алиф гамма плюс 1 это наименьший кардинал, который больше, чем алиф гамма. Это означает, что наш каппа либо меньше, чем алиф гамма, или равен. Ну да, да. Ну да, давайте я вот так вот. То есть меньше или равен. Вот. Ну и в первом случае все хорошо, потому что можно сослаться на индукционную гипотезу и сказать, что каппа равен алиф бета для некоторого бета меньше гамма и уж точно меньше, чем гамма плюс 1. А во втором случае, ну, каппа он просто равен алиф гамма, а гамма это индекс меньше, чем альфа, то есть меньше, чем гамма плюс 1. Так что все тоже получилось. Тут важно, что здесь есть прямо равенство. Вот. Так что вот это вот равенство сработает. Ясно, да? Так, ну и, наконец, какой у нас еще случай остался, что альфа предельный. Не нулевой. Так.
то тогда у нас каппа меньше, значит, альф-альфа, и этот альф-альфа – это на самом деле супремум, ну, или объединение всех альф-бета по бета меньше альфа. Вот. Ну и давайте это воспринимать прямо как объединение, а не как супремум, а меньше прямо как принадлежность. Ну вот, что значит принадлежит объединению? Ну, значит, принадлежит одному из них. То есть каппа меньше, но принадлежит. Альф-бета для некоторого бета меньше альфа. Ну и вроде как все очевидно. Потому что теперь он меньше, чем альф-бета. Так, бета, может... Ладно, давайте не бета напишем, давайте напишем тут гамму. Вот. Он меньше, чем алиф гамма. Значит, каппа равно алиф бета для некоторого бета меньше гамма. Ну и тем более это бета будет меньше, чем альфа, который является супремумом, соответственно. Да. Вот. Ну и тоже. Все окей. Вот. Ну это такое вот доказательство звездочки. Да, мы закончили. Ну и как с помощью первого вот этого утверждения, была галочка, и звездочки, как с помощью них получается основное утверждение, мы уже разобрали. Да. Значит, есть ли вопросы здесь? Так, хорошо. Теперь я обещал что-то сказать про вот этот плюсик. Значит, давайте вспомним, каким образом он у нас изначально определялся. Значит, то есть у нас тут стоит нечто, на самом деле, вот внутри, ну, может быть, какой-то кардинал каппа, и мы хотим определить его плюсик. И что такое этот плюсик? Это наименьший кардинал, который больше, чем каппа. Да? Почему он существует? Ну, глобальная причина заключается в том, что есть хотя бы какие-то кардиналы, именно кардиналы, не ординалы, которые больше, чем каппа. Потому что если есть хоть какой-то кардинал альфа, который больше, чем каппа, то, ну, можно начать как бы от него, ну, интуитивно спускаться, можно смотреть на все элементы, кого там, вот этой штуки, которые являются кардиналами и которые, значит, чего там, которые строго больше, чем каппа. Да? Мы знаем, что хотя бы один такой есть, это вот это вот лямбда, да? Но, может быть, есть какие-то другие. И вот мы все их там берем, потом берем их пересечение, и это пересечение будет наименьшим. Да? Наименьшим элементом среди них. Понятно? Вот. Так что принципиальный момент здесь, это не то, что он наименьший, а принципиальное то, что должен существовать хоть какой-то кардинал, тут важно, что это кардинал, который больше, чем каппа. Как мы раньше его находили? Значит, раньше мы говорили следующее. Мы говорили, что, ну хорошо, вот есть каппа, ну каппа это же еще и какое-то множество. Давайте возьмем множество всех подмножеств каппа. Да? Оно интуитивно по мощности строго больше, чем каппа. Но именно как множество. То есть вот это вот не кардинал. Но это множество всех подмножеств каппа. По теореме Цермела, как и любое множество, его можно вполне упорядочить. Значит, оно равномощно какому-то ординалу. Берем наименьший такой ординал, это кардинал. Вот. Это вкратце рассуждение. Значит, в чем дефект этого рассуждения? В том, что мы использовали теорему Цермела. Теорема Цермела используется, она доказывается с помощью аксиомы выбора. И более того, можно показать, что над ZF аксиома выбора и теорема Цермела на самом деле эквивалентны. То есть это существенное использование аксиомы выбора. Без него здесь обойтись нельзя. Но можно ли определить этот плюсик без использования, ну, теоремы Цермела? Да? Ну, ответ – да, можно. Делается это просто несколько более хитро. И вот давайте мы на это посмотрим. Так. Сильно надо отмотать.
То есть вот оно, это доказательство, да, что для любого, ну, для любого здесь ординала существует кардинал, который его больше, да. И в частности, для любого кардинала будет существовать кардинал, который его больше. То есть мы взяли множество всех подмножеств альфа, взяли соответствующий кардинал, но вот эта вот операция, взятие кардинала произвольного подмножества, она подразумевает, что вы можете p от альфа вполне упорядочить, ну а дальше уже дело техники. Как только вполне упорядочили, то все, там есть ординал, из них берем наименьший, это кардинал. Ясно, да? Тонкость в том, что можно было вполне упорядочить. Как сделать без этой штуки? Ну, делается это следующим образом. То есть пока что давайте даже не для ординалов, а вообще для произвольных множеств. Посмотрим, как это делается. Вот есть произвольное множество x. Давайте для него рассмотрим вот такую бандуру. O от x. Это такие ординалы, что они вкладываются, ну, в смысле, есть инъекция из этого ординала в x. Значит, утверждается, что если я возьму такое O от x, ну, абстрактно это можно взять как класс, но на самом деле это будет множество. Ну, почему? Потому что, ну, что тут сказано? Тут сказано, что бета равномощен некоторому подмножеству x. Значит, берем все x, берем все его подмножества. Множество всех подмножеств x существует по аксиоме степени, так что тут все хорошо. Вот. Ну и на этих подмножествах существует всего лишь множество различных бинарных отношений. Да? То есть есть множество всех подмножеств x, и для каждого из них есть всего лишь множество всех бинарных отношений. Некоторые из этих бинарных отношений являются кем? Ну, полными порядками. Да? То есть линейными, там такие, что в любом непустом подмножестве есть относительно этого отношения наименьший элемент. Правильно? Вот. Но это фактически и есть наши ординалы. Да? То есть если вы зафиксируете все способы вполне упорядочения подмножеств x, то это фактически и есть ваши ординалы, потому что каждому такому вполне упорядочению будет соответствовать маленький вум, а у этого вума есть единственный ординал. Понятно, да? То есть еще раз, если у вас есть инъекция из бета в x, то на бета-то есть полный порядок, это принадлежность. И его можно индуцировать на x. Таким образом, такие бета, они дают полные упорядочения подмножеств x. Но полных упорядочений подмножеств x их всего лишь множество. И таким вот множеству всех таких полных упорядочений им однозначно соответствуют какие-то ординалы. Ясно, да? Потому что каждому вуму ему однозначно сопоставляется какой-то ординал. Вот. И получается, что это класс как бы функция, ну а мы знаем, что есть схема аксиом подстановки, которая говорит, что по множеству, если начать вот куда-то действовать, мы даже не знаем куда, в данном случае просто в ординал, получится множество. Вот понятен вот этот аргумент? Да? То есть тут есть некоторые тонкости, но это вот такое полезное интуитивное упражнение. Вот. Ну, тут даже объяснено вот вкратце почему. Так как ему соответствует вот такое множество. Берем все UR, где U – это подмножество X, а R – это полный порядок на U. То есть это бинарное отношение на U, которое является там линейным, там, и, значит, удовлетворяет принципу минимального, ну, в данном случае, наименьшего элемента. Да? Ясно, что произошло. Да? Хорошо, но если это множество, это очень важно, что это множество, иначе тут нельзя с ним что попало делать, поскольку всех ординалов, их не множество, их класс, то это не может быть равно классу всех ординалов. Да? Ну, потому что слева множество стоит, а справа стоит, ну, что-то большое. Поэтому существует такой ординал, который вот здесь вот не лежит. То есть существует ординал гамма, такой, что, ну, нет инъекции из него в x. Да? Потому что если есть инъекция из него в x, то вот он в O от x попадет. Пока понятно, что происходит? Вот. Значит, можно взять наименьший такой. То есть как это делается? Ну, вот у нас есть какой-то гамма. Берем все элементы гамма плюс 1. Ну, как всегда. Почему элементы гамма плюс 1? Потому что среди элементов гамма плюс 1 есть, в частности, гамма. Да? Это некоторое, вот берем все бета, принадлежащие гамма плюс 1. Такие, что бета, ну, нет инъекции из бета в x. Ну и все их пересекаем. То есть это будет наименьший из них.
Да? Понятно, что на верхние можно не смотреть, потому что достаточно смотреть под гамму. Гамма – это уже какая-то верхняя. Вот. То есть получился наименьший из ординалов, который не равномощно никакому подмножеству x. Значит, ясно, как мы это получили? Вот. Ну, очевидно, это будет кардинал. Почему? Потому что если это не кардинал, то он равномощен некоторому своему элементу. Но его элемент – это ординал. И получается, что тогда он должен был попасть опять сюда. Ну и тогда в пересечении, ну, тот был не наименьший. Надо ли вот этот момент повторить? То есть, смотрите, предположим, что, значит, берем вот эту штуку. Это некоторый ординал. Берем некоторый бета, который его меньше. Нам нужно показать, что он не может быть ему равномощен. То есть, что такое ординал? Не равномощен никакому своему элементу. Ясно, да? Берем какой-то бета. Предположим, что вот этот бета, он равномощен h от x. Да? Но мы знаем, что h от x нельзя инъективно вложить в x. Ну, значит, и бета нельзя инъективно вложить в x. Понятно? Но раз бета нельзя инъективно вложить в x, то бета лежит вот в этом множестве. И когда мы будем пересекать, то тогда пересечение должно получиться меньше либо равным бета. То есть тогда h от x не является наименьшим с этим свойством. Понятно? Вот. Так что, да, вот такого не бывает. Соответственно, это некоторый кардинал, и мы это показали вообще для любого множества x. Ну и все. Теперь, если мы вместо x подставим альфа, какой-то ординал, то у нас будет здесь какое-то h от альфа. Значит, здесь будет альфа. Значит, h от альфа будет при этом кардиналом. Ну и, значит, поскольку h от альфа обладает тем свойством, что нет инъекции из него в альфа, да? Так, а почему я написал меньше? Может, меньше либо равно? Пардон, да, давайте меньше либо равно на всякий случай. Да? Что нет меньше либо равно, да? То тогда выполнено что? Ну, обратное выполнено. Понятно? Ну, то есть у нас h от альфа, оно не только кардинал, оно в частности ординал. Да? И мы знаем, что у нас не выполнено меньше либо равно, но тогда выполнено больше. Потому что на ординалах у нас линейный порядок. Вот. Здесь не используется никакое... То есть здесь формально вот можно было бы сказать так, что любые два множества сравнимы по мощности. Да? Но мы здесь этим не пользуемся, потому что чтобы показать, что любые два множества сравнимы по мощности, их нужно сначала вполне упорядочить, а потом там сказать, что, ну, короче, вот для вумов это так. А тут они сразу вумы, потому что это сразу ординалы, так что их не нужно применять теорему Цермела. И можно сказать, что просто ну, на двух ординалах у нас порядок линейный по принадлежности. И раз нету меньше либо равно, вот, потому что будь меньше либо равно, тем более было бы вот так, потому что тем более была бы инъекция. Да? Так что нету вот такого, а значит есть вот такое. Вот, то есть h от альфа строго больше, чем альфа. При этом мы знаем, что h от альфа это кардинал. Так что мы для альфа нашли кардинал, который строго больше. Есть ли вопросы по вот этому рассуждению? Нету, да? Вот. Ну, это вот просто мы закрыли такой небольшой, с помощью такого трюка гештальт, да, то есть мы сказали, что на самом деле вот в этой конструкции построение альфов что вот этот вот плюсик может показаться, что для определения самой вот этой вот класс последовательности нужна аксиома выбора, потому что плюсик мы определяли там с помощью вот этого вполне упорядочения множества всех подмножеств того, что под плюсиком, но на самом деле это несущественно.
То есть только что мы показали, что это не принципиально. Что можно вот без выбора показать, что для любого ординала существует кардинал над ним, ну и в частности для любого кардинала существует кардинал над ним. Ну а дальше можно взять наименьший из них, просто пересекая вот соответствующую. Так что конструкция, вот эта конструкция, то есть такая мораль небольшая, да, что ее можно определить и в рамках ZF, чистый, без C, при надобности. Вот, ну и это в принципе, да, теперь, когда у нас есть вот эта вот штука, и мы знаем, что альфа-альфа, они покрывают все кардиналы, ну, мы можем сказать, что вот обобщенная континуум гипотеза, которая относится ко всем бесконечным кардиналам, она нам понятно, что утверждает. Она говорит, что альф-альфа с плюсиком, или что то же самое, альф-альфа плюс 1, это 2 в степени альф-альфа. Да? Но, правда, тут есть тонкость, потому что, чтобы теперь определить, что такое 2 в степени альф-альфа, ну, все равно нужно использовать аксиому выбора. Но тем не менее. Да, то есть в каком-то смысле нет зазора. То есть вот это вот возведение в степень, это и есть естественная операция скачка, причем как бы минимального скачка по мощностям. То есть никакой промежуточной мощности строго больше, чем альф-альфа, но меньше все еще, чем 2 в степени альф-альфа. То есть естественная конструкция получения множества большей мощности, она ничего не пропускает. Это так называемая обобщенная континуум гипотеза. А в целом это, ну, в общем-то, это все, что я хотел рассказать в основном по теории множеств, но поскольку у нас еще есть немножко времени, давайте поговорим вот о чем. Поскольку часто приходится слышать, и не без оснований, что теория множеств лежит, значит, вообще в основе современной математики лежит понятие множества, то полезно все-таки, ну, чуть-чуть посмотреть на то, как это выглядит, да, то есть как моделируются обычные математические объекты с помощью множеств. Ну, мы уже это частично видели, а именно мы видели, как возникают натуральные числа. Да? То есть мы определили натуральные числа как наименьшее индуктивное множество, можно было бы их определить как наименьший бесконечный ординал. Вот. Там меньше определяется с помощью принадлежности, оно же строгое включение оказывается, каждое натуральное число состоит из предыдущих. Можно с помощью теоремы о рекурсии задать сложение, умножение, с помощью параметризованной теоремы о рекурсии, сложение, умножение, и доказать все обычные свойства натуральных чисел с помощью индукции. Вот. Ну и, как говорил Кронекер, в общем, много кто говорил, что вот натуральные числа нам, мол, дал Бог, а все остальное – это творение рук человеческих. В каком-то смысле это и здесь так, потому что, когда мы пользуемся формальным языком, мы пользуемся, на самом деле, конечными последовательностями, интуицией, что вот, значит, мы понимаем, что такое понятие быть под последовательностью данной конечной последовательности, и в каком-то смысле это уже означает, что мы натуральные числа предполагаем. Вот. Но, тем не менее, значит, хочется понять, ну а как же дальше у нас строится математика? Ну, ясно, что если завязываться на числовых системах, то дальше нам нужны целые числа, рациональные числа, вещественные числа, ну и, может быть, дальше что-то еще. Значит, вот это троеточие, с ним обычно у людей проблемы не возникает, потому что уже в базовых курсах, скажем, по анализу, в каких-то там рассказывается больше про вещественные числа, в каких-то меньше, но потом уже понятно, что происходит. Когда вам говорится, что есть функция из R в R, ну, ясно, что это такое, это подмножество Декартова произведения, да, вот если это взять функции с их графиками, тут проблемы нет. Вот. Потом говорится, вот она называется непрерывной, если. Ну и дальше выписывается конкретное условие. Тоже проблемы. Вопрос, кто такие R сами. Да? Вот. Тут есть много разных подходов, и я изложу только один из них, вкратце упомяну некоторые другие. Значит, иногда в курсах, в частности анализа, R задается как бы аксиоматически. Вот. Но мы все-таки приведем некоторое явное построение в рамках теории множеств. То есть такое небольшое лирическое отступление, значит, о том, как у нас строятся целые рациональные и вещественные числа в рамках ZFC. Ну, значит, про N мы уже знаем.
И имея n, нетрудно определить z, q и, наконец, r. Значит, в этом разделе, ну, тут не напомним, хотя для многих это известно. Значит, посмотрим, как это делается. С z и q интуитивно нет вообще никакой проблемы, потому что у них мощность интуитивно та же самая. Так что там нужно просто вот как-то на них структуру красиво задать, чтобы можно было нормально их складывать и, значит, там, складывать, вычитать, умножать, делить. Ну, в случае q делить. Вот. Можно делать это по-разному. Тот подход, который я изложу, он традиционный, в курсах алгебры тоже часто встречается. Ну и он намекает на то, что называется в логике методом интерпретации. То есть мы в некотором смысле покажем, как можно проинтерпретировать z в натуральных числах, ну как бы вот, причем у нас целое число будет интерпретироваться с помощью пары натуральных чисел. То есть мы будем воспринимать пары натуральных чисел как разности. Да, и понятно, что если первое число строго меньше, чем второе, то разность, она как бы отрицательна, и мы уходим в минус. Можно было делать это по-другому, можно было просто, значит, каждому натуральному числу спереди приписать знак. Можно было сказать, что есть вот положительные натуральные, а есть натуральные с приписанным знаком минус, и это вот отрицательные, ну и вот мы как бы их получим. Тем не менее, алгебраически более, значит, приятный вот тот подход, про который я сейчас сказал. То есть мы берем n крест n, да? То есть пары натуральных чисел. Вот. Ну и интуитивно мы думаем о вот такой паре n1, m1, где n1, m1 – это натуральные числа, как о разности. Да? То есть мы не знаем, что такое отрицательные числа, но интуитивно, если m1 больше, чем n1, то должно получиться отрицательное. Но правда, если мы возьмем, например, 1, 2, то есть 1, 2 – это интуитивно минус 1, да? И возьмем 2, 3 – это интуитивно одно и то же. Ну, значит, нужно взять и ввести на них некоторые отношения эквивалентности, чтобы склеить те, которые интуитивно задают один и тот же объект. Вот. Так что мы определяем на таких парах отношения эквивалентности, понятно, каким образом. У нас есть n1, m1, n2, m2. Что значит, что они эквивалентны? Ну, это значит, что вот эта разность как бы равна вот этой разности. Но настоящей разности у нас нету, так что нужно перенести как-нибудь так, чтобы разность исчезла. Ну, переносим, получаем, что n1 плюс m2 должно быть равно n2 плюс m1. То, что стоит справа, это нормальное выражение, в котором участвуют натуральные числа и сложение на обычных натуральных числах. То есть, чего вот это такое, мы знаем. Ну, а то, что слева, это мы определяем. Да? Ну, определили, вот получили такую штуку. С помощью обычных свойств сложения, которые, понятно, доказываются по индукции, там всякие коммутативности, ассоциативности и так далее, легко понять, что вот эта штука, это будет действительно эквивалентность. То есть это будет рефлексивное, но это очевидно, да, симметричное и транзитивное отношение. Понятно? Вот. Теперь для каждой вот такой пары давайте через nm в квадратных скобочках будем обозначать соответствующий класс эквивалентности. Интуитивно наши целые числа – это эти классы эквивалентности. То есть это n крест n, профакторизованное по данному отношению эквивалентности. Вот так мы обозначаем фактор. Ну и элементы этого z давайте условимся называть целыми числами. То есть, опять же, неважно, кто такие настоящие целые числа. Вот, важно, что мы их как-то представляем. Ой, пардон. То есть мы предъявляем скорее некоторое представление для этих целых чисел. Понятно, что есть какие-то другие представления, вот, но в рамках ZFC можно будет доказать, что эти другие представления, они, ну, изоморфны как структуре тому, что мы сейчас разрабатываем. Вот. Ну, как определить на таких целых числах отношение меньше? Ну, интуитивно ясно как. Да? То есть у вас вот эта разность должна быть меньше, чем вот эта разность. Опять же, нужно избавиться от минусов, переносим, вот, знак не меняется, значит, вот эта штука должна быть меньше, чем вот эта штука. Все понятно. Понятно, как там задается сложение. Да? Оно задается покомпонентно на самом деле. Тут есть некоторое читерство, потому что когда вам дан класс эквивалентности, ну и на самом деле даже здесь это так,
когда вам дан класс эквивалентности, вы, конечно же, не понимаете, из какой именно пары он был порожден. Какой именно. Но можно легко показать, что если у вас вот было тут N1, M1 и были какие-то N1 штрих, M1 штрих, пара, которая эквивалентна N1, M1, то, значит, вот эта вещь, она не будет никак зависеть от того, что вы там делаете. То есть, если тут получится штрих, штрих, такие, что штрихованная пара была эквивалентна NM1, то, значит, неравенство, если было там, то будет тут. То есть определение не зависит от выбора представителей в этих классах эквивалентности. Ну и вот здесь будет то же самое происходить. То есть формально можно взять там тут штрих, но ничего не изменится. Все будет по-прежнему хорошо. Вот. Ну, интуитивно это будет так, потому что здесь как бы стоит разность, и у вас теперь будет N1 штрих минус M1 штрих, но N1 штрих минус M1 штрих это все равно, что N1 минус M1. Зато они были эквивалентны. Вот, поэтому тут все корректно. Ну и с умножением то же самое. То есть думаем, что тут минус, и теперь как бы это две скобочки, мы их умножаем и группируем, значит, первую координату все то, что получается с плюсом. То есть это вот эта штука и вот эта штука, потому что тут минус на минус дал плюс. Вот. А во вторую скобочку все то, что с минусом. То есть там, где перемножалось одно минусованное, а второе минусованное. Вот. Это будет вот такая. Ясно, что происходит? Вот. Ну, легко убедиться, что такое задание корректно. То есть результат не зависит от выбора представителей в классах эквивалентности. Ну и более того, вот слушателям предлагается проверить, что в соответствующей структуре с носителем Z будут верны все аксиомы упорядоченных колец. Да? Что вот все интуитивные свойства у нас будут верны. Да? Там, сложение новое, которое получится, оно будет там, например, ассоциативно. Эта ассоциативность будет следовать из ассоциативности сложения на натуральных числах, которые там внутри. Да? Что там коммутативность будет у сложения. Ну и так далее. Будет на самом деле... даже, значит, коммутативное кольцо. Вот. Тут есть некоторый минус. Да? Формально, если посмотреть на n и посмотреть на наше определение z, то вообще-то n не является подмножеством z, хотя обычно мы так, конечно, пишем. Это некоторое неприятное обстоятельство, связанное с выбором представления. Ну и тут есть два, значит, выхода. Первый выход – это переопределить n. Что, правда, не очень приятно, потому что тогда это уже не будет ординалом. А именно сказать, что n это не n, а значит это новое n, это вот такие штуки. Классы эквивалентности, ну вот таких вот выражений. Да. То есть натуральное число n это класс эквивалентности n0, то есть как бы n-0. Вот. Ну а можно просто сказать, что ну, интуитивно ясно, что n вкладывается в z посредством вот такой функции. Так называемая лямбда-нотация, она говорит, что по любому натуральному, настоящему натуральному числу, то есть из наименьшего индуктивного множества, мы ему сопоставляем вот такой вот класс эквивалентности, пары N0. Да? Ну и ясно, что таким образом внутри Z у вас возникнет ну, изоморфная копия N. То есть не сам N, а как бы вот изоморфная копия. С такой структурной точки зрения, на самом деле, не важно, кто такие по-настоящему натуральные числа, важно, как они друг с другом взаимодействуют. Вот это будет изоморфная копия внутри. Вот. То есть вот эта функция, она отображает каждое натуральное число n, соответствующий класс эквивалентности, то есть в множество вот таких пар. Да? То есть если мы берем n плюс m и m, то там разность всегда будет n, то есть мы берем все такие пары, у которых разность интуитивная n. Вот. Ну, выше уже было сказано, использовалась так называемая лямбда-нотация, вы можете и в других курсах, например, в курсах по лямбда-исчислению увидеть. То есть вот такое выражение лямбда с верхним индексом xu, вот тут в скобках вот, что-то там от u зависящее, оно означает функцию, которая отображает каждое u из x. То есть x это как бы тип, да, откуда берется u. Вот в то, что там внутри скобок. То есть если мы написали там x плюс 1, там говорят часто в математике функция x плюс 1. Вот аккуратнее говорить, что это функция, которая все-таки по xu, сопоставляет x плюс 1, а еще желательно указать, где. То есть, например, вещественных чисел, пока не знаю, кто это такие. Да? То
То есть отличать как бы функцию от ее значения. Да, x плюс 1 – это уже значение конкретное. Вот. Но это уже так, такие детали. Значит, это были целые числа. Что будет происходить с рациональными числами? Ну, интуитивно рациональные числа – это дроби. Вот. То есть можно сказать, что у вас сверху стоит какое-то целое число, и снизу стоит, ну, натуральное или целое число, но, правда, не нулевое. Вот лучше все-таки b считать, что не равно нулю, иначе нехорошо. Вот. Ну, давайте считать, что и сверху, снизу целое число. Там просто так чуть-чуть удобнее будет. Вот. Поскольку внизу не нулевые, то давайте введем специальное обозначение для ненулевых целых чисел. Это будет у нас такое локальное обозначение z'. Ну и теперь на z крест z', то есть первая координата – числитель, вторая – знаменатель, интуитивно, мы определяем естественное отношение эквивалентности. То есть тут как будто бы это дробь, тут как будто бы это дробь. И что значит, что дроби равны? Ну, значит, их надо крестом перемножить, и должно быть одно и то же. Да? То есть n1 умножить на m2 должно быть равно n2 умножить на m. Вот. Ну, здесь вот это вот умножить, это на самом деле умножить на z. То есть мы последовательно действуем. Сначала были n, теперь z. А теперь с помощью z мы определяем q. Да? Вот. Ну и используя вот свойства операции на z, на самом деле, который практически, ну, который полностью определяется свойствами операции на n. Вот. Нетрудно показать, что это наша эквивалентность. Там у нас было такое же обозначение, но это как бы локальное обозначение в этом подразделе, что это наша новая эквивалентность, она будет, ну, что новое это, пардон, что новое это вот бинарное отношение, оно будет действительно эквивалентностью на вот это множество. Так что там можно профакторизовать и опять вот такую штуку ввести. Вот. Тут это уже другая эквивалентность. Вот. Обозначим это через кудутое. Ну, элементы этого кудутого, то есть соответствующие классы эквивалентности, мы будем называть рациональными числами. Вот. И дальше можно примерно так же, как и в случае z, продолжить определять всякие там всякие вещи, всякие отношения на этих рациональных числах и операции. Ну, например, что значит, что вот такая вот интуитивная дробь меньше, чем вот такая дробь? Ну, надо понятно, что сделать. Надо обе части умножить и на m1, и на m2, и посмотреть, что произойдет. Вот. Но есть маленькая тонкость. m1, m2, они из целых чисел, поэтому там может быть знак минус, и когда на минус мы умножаем, то знак меняется. Поэтому если, например, у них был разный знак, у m1, m2, то один раз при одном умножении знак изменится, а при втором не изменится. Так что знак придется в другую сторону. А если у них был один и тот же знак, ну, либо это оба раза минус, значит, два раза знак поменялся один и тот же, либо знак вообще не поменялся. Вот. Ни разу. И он, соответственно, тоже один и тот же. Поэтому что мы делаем? Мы смотрим, имеют ли m1, m2 один и тот же знак. То есть, и если их произведение больше нуля, то есть у них один и тот же знак, то тогда при вот этих двух умножениях, сначала на m1, потом на m2, знак либо два раза изменится, останется одним и тем же, либо вообще не равен. То есть, соответственно, нужно будет сравнивать вот эти вещи. И если тут меньше, то и там. А если у них знак разный, то тогда, ну, тут надо с противоположным смотреть. Ясно, да? Ну вот, опять же, можно проверить, что все это не зависит от выбора представителей класса эквивалентности, бла-бла. Вот. Ну и сложение, умножение тоже ясно, как задавать, но нужно помнить, что тут опять же дроби стоят. То есть, например, чтобы дроби сложить, ясно, что нужно сделать, надо привести их к общему знаменателю. Мы не говорим, что тут дроби несократимы, мы приводим к какому-то общему знаменателю. Вот. Ну и получается, что n1 умножить на m2 плюс n2 умножить на m1. А в знаменателе стоит m1 на m2. Вот. С умножением все проще. То есть мы отдельно перемножаем числитель и перемножаем знаменатель. То есть в прошлый раз у нас было со сложением чуть проще, с умножением чуть сложнее, тут надо. Ну, опять же, легко убедиться, что такое задание корректно, то есть не зависит от выбора представителей класса эквивалентности.
Вот, и можно проверить, что в соответствующей структуре носителем Q будут верны все аксиомы порядочных полей. А, разумеется, на Q можно без труда определить и другие известные функции, например, взятие модуля. Вот. Как и в прошлый раз, есть небольшая ложка дегтя. Значит, формально Z не является подмножеством Q, но его, естественно, можно вложить. То есть, если у вас есть целое число N, здесь N это не натуральное число, а целое, то ему соответствует дробь N поделить на единицу. Да? Ну и надо взять соответствующий класс эквивалентности. Вот так оно будет вкладываться. Вот. Соответственно, чтобы N вложить, сначала мы вкладываем Z, потом вкладываем в Q, ну и вот они опять в Q теперь, в Q они теперь находятся. Соответственно, ну вот такие пары там. Да? Потому что если вот тут написать поделить, как бы на m все поделится, и получится n поделить на единицу. Это вот оно. Ну и, наконец, вещественные числа. Вообще существует много различных подходов к определению r. Вот, все они в известном смысле эквивалентны друг другу. Ну и здесь кому как, но, на мой взгляд, наиболее удобным с алгебраической точки зрения является подход, в котором используются фундаментальные последовательности рациональных чисел. Ну, нельзя говорить вещественных чисел, потому что странно как-то вещественные числа через вещественные числа определять. Какие еще подходы могут быть? Есть подход через так называемое сечение Дедекинда. Если заглянуть, например, в книгу Еха, скорее всего, там такое есть. Он довольно удобный с порядковой точки зрения, но если аккуратно определять операции алгебраические, сложение и умножение на сечениях Дедекинда, это сделать можно, но там есть некоторая возня. Приходится честно определять, что такое положительное сечение. В общем, там есть некоторые. То есть это все преодолимо, конечно, но все равно не очень красиво получается. Вот. Есть подход через бесконечные последовательные, ну, через бесконечные десятичные дроби, естественно. Вот. Есть подход через бесконечные последовательности нулей и единиц, чтобы там закодировать. Для своих целей они могут быть удобны. То есть, например, если вы отождествляете вещественные числа с бесконечными последовательностями нулей и единиц, какими-то такими, то можно легко показать, что доказать теорему о квадрате конкретно для R, не используя при этом аксиому выбора. Да, то есть вообще теорема о квадрате, что любое бесконечное множество равномощно своему квадрату, она доказывается с помощью аксиома выбора. Мы там использовали лемму Цорна, и это принципиально. Но для некоторых множеств это можно доказать и в лоб. Ну, например, для n это вообще очевидно, что n крест n равномощно n. Ну, как очевидно, там можно явную биекцию построить. Да? А для r почему это так? Ну, потому что как только вы смогли вещественные числа, как бы они ни были определены, альтернативным образом переопределить через бесконечные последовательности нулей и единиц, а это делается без выбора, это делается довольно честно, то дальше уже все легко, потому что если у меня есть две последовательности нулей и единиц, то их можно легко склеить в одну последовательность. В ней на четных местах будут элементы этой последовательности, а на нечетных элементы вот этой последовательности. И получается, что вы две бесконечные последовательности нулей и единиц можете легко склеить в одну, и из нее легко обратно извлечь эти две последовательности. Берете только четные позиции, берете только нечетные позиции. Понятно? Так что легко показать, что как бы вот совокупность всех последовательностей или бесконечных нулей и единиц, она равномощна своему квадрату. Это доказывается конструктивно, легко, явно объекция строится. Вот. Так что если вы верите, что это равномощно R, то ну и r квадрат будет равномощно r. Вот. Ну, формально там в представлении придется что-нибудь там маленькое сделать, то есть, например, исключить какие-нибудь последовательности нулей единиц, где единица в периоде в конце, но это мелочь. Их счетное число, их легко можно оттуда вычесть. Тут, правда, внимательные люди могут сказать, а как же так вот вычесть, например, из r? Да, тут можно другую вещь сказать. Что вот давайте представим себе, что мы как-то построили R, и что в нем существует N как подмножество. Ну или, по крайней мере, там мы его вложили. Вот если из R вычесть N, да, то есть убрать из него счетное подмножество, ну не обязательно N, просто какое-то счетное подмножество,
то будет ли это равномощно R? Ну, мы понимаем, что будет. Но формальное доказательство этого факта для произвольного множества, то есть если у вас бесконечное множество, несчетное, что из него, если убрать счетное, то останется множество той же мощности, оно использует аксиому выбора. Вот. И если влезть в доказательство, которое у нас было, то где там используется аксиома выбора? Грубо говоря, в чем мысль? Вы говорите, что вот у меня есть бесконечное множество, значит, внутри него есть счетное подмножество, вот там используется немножко аксиома выбора, а потом вы говорите, что вот в это счетное подмножество можно на самом деле запихать еще счетное подмножество довольно легко. И даже счетное количество счетных подмножеств. Там, забавный рассказ Станислава Лема о том, как подобные вещи делаются. Вот. И, грубо говоря, вот это вот и используется. Проблема в том, что а как выбрать в бесконечном множестве счетное подмножество? Там используются аксиомы выбора. Но если у вас есть конкретное бесконечное множество, например, R, то из него зачастую счетное подмножество... Ой, так, меня прерывает плохая связь. То, значит, из конкретного бесконечного множества зачастую выбрать счетное подмножество не представляет никакого труда. Вот. Ну, давайте, я уж не буду в это сильно вдаваться, но интуитивно почему это так? Вот давайте представим себе интуитивные вещественные числа. Да? Мы понимаем, что среди вещественных чисел есть ну, просто натуральные. Ну, вот оно вам счетное подмножество. Или предположим, что у вас есть не все вещественные числа, а, например, на отрезке 0,1. Ну, все равно. Берем там 1 вторая, 1 третья, 1 четвертая и так далее. Вот вам явное счетное подмножество. Чтобы его построить, не нужна никакая аксиома. Поэтому найти счетное подмножество нередко, но можно в явном виде. Если множество явно задано, то в нем можно явно это найти. И не нужно тут какой-то выбор осуществлять. Говоря каждый раз, что вот мы вычли, осталось бесконечное, значит оно не пустое, значит выбрали еще одно, и так вот выбираем и постоянно. То есть вот эта конструкция, она нередко не нужна. Вот. Но это мы немножко отвлеклись. А как строится, значит, вещественные числа с помощью фундаментальных последовательностей. Значит, напоминаю, что последовательность рациональных чисел, то есть функция из n в q, она называется фундаментальной, если выполнено вот такое условие. Для любого натурального числа n, маленькое, существует натуральное число n большое, такое, что для всех mk, если они больше либо равны n большого, то есть если они достаточно далеко там находятся, то разность f от m минус f от k по модулю, ну мы уже говорили, что модуль на рациональных можно определять, да, то есть легко там определяется, она меньше, чем 2 в степени, ну единица поделить на 2 в степени n. Можно было писать единица поделить на n, но там, правда, n должно быть не нулевое, тогда n плюс 1, но мне нравятся такие быстро сходящиеся, поэтому значит, единица поделить на 2 в степени n. Неважно, важно, чтобы оно с ростом n убывало к нулю и пяти. И теперь мысль такая, что интуитивно, кто такая фундаментальная последовательность? Это такая, что она как бы вот к чему-то она должна сходиться. Вот интуиция грубая такая, что фундаментальные последовательности, они к чему-то сходятся. А вопрос к чему? Ну, можно было бы сказать к вещественному числу, но его у нас нет. Ответ будет такой. Значит, можно факторизовать все фундаментальные последовательности по некоторому отношению эквивалентности, которое, ну, понятно примерно, как оно задано. Да? Две последовательности эквивалентны, если они сходятся, если их разность сходится к нулю, то есть они сходятся как бы к одному и тому. А потом, кто такой предел фундаментальной последовательности? Это ее класс эквивалентности. То есть это так, это дико звучит на первый взгляд. То есть к чему сходится фундаментальная последовательность? Ответ. К своему классу эквивалентности она сходится. Иногда этот класс эквивалентности хорошо изучен, и мы для него можем ввести конкретное обозначение, типа там P или E. Да? Но на самом деле это просто обозначение. А мы просто поведение этой последовательности фактически. Вот. Или и заодно поведение других последовательностей, которые сходятся интуитивно к тому же самому. Да? Может быть быстрее, может быть симпатичнее. То есть мы как бы пополняем Q с помощью всех пределов фундаментальных последовательностей. Вот что происходит в построении. Вот.
Ну вот давайте обозначим через вот такое Q красивое множество всех фундаментальных последовательностей, ну, то есть вот эту штуку, ну и определим на этой совокупности вот такое бинарное отношение по следующему правилу. F эквивалентно, ну это потом выяснится, что это эквивалентность, но в общем F и G, две фундаментальные последовательности, находятся в этом отношении, если и только если, это по определению. Для любого n маленького существует n большое, такое что для всех m, если m больше либо равно, чем n большое, то тогда вот разность вот этих, она уже маленькая. То есть там в хвосте они уже начинают друг к другу очень быстро сходиться. Да? Нетрудно проверить с помощью там свойств рациональных чисел и так далее, что эта штука, ну и с помощью свойств модуля, который оттуда вытекает, что это будет действительно эквивалентность. Ну и теперь давайте для каждой фундаментальной последовательности f через вот f в квадратных скобочках будем обозначать соответствующий класс эквивалентности. И вот, грубо говоря, это и есть наши, да не грубо говоря, это и есть наши вещественные числа. То есть наши вещественные числа – это соответствующие классы эквивалентности. Да? Вот. Да, то есть элементы вот этого фактора множества мы условимся называть вещественными или действительными числами. Ну и в качестве упражнения можно определить меньше на R, да, можно задать сложение, умножение и так далее. Тут я сказал, что они довольно легко определяются, но все-таки остается это в качестве упражнения. Но интуитивно ясно, что происходит. То есть, например, сложение на фундаментальных последовательностях определяется просто компонентно, например. Да, так что, ну это тривиально. Да. Умножение тоже можно компонентно взять, там, перемножить, и все будет хорошо. Вот. Меньше тоже ясно, что происходит. Где-то там в хвосте, то есть понятно, что именно в хвосте, да, ну вот одна будет. Вот. Ну и очевидно, что Q, оно будет вкладываться в R посредством функции, которая отображает каждое рациональное число, ну, какую-то последовательность с хвостом Q, ну или просто константную последовательность с Q. Да. Ясно, что она к чему сходится. Ну, к этому Q она сходится. То есть тут никаких проблем нет. А другие к чему-то там еще. Фундаментальные последовательности у нас именно рациональных чисел, потому что вещественных у нас еще нет. Вот. Но вот как бы вот мы их добавили. Вот. С точки зрения алгебраической, такой вот тоже довольно удобный подход. Ну, опять, да, Q не является формальным подмножеством R, но значит, легко в него вкладывается. Поэтому зачастую все равно пишут подмножество. Вот. Чтобы уж не придираться к деталям. Ну, а когда есть R, то дальше уже все просто. Да? То есть, ну, кто-то мог бы сказать еще, а как же там комплексные числа? Ну, они легко представляются парами вещественных, так что тут, опять же, такая параметрическая, точнее, двумерная интерпретация простая имеется. Как с этим всем работать? Вот. Ну, давайте напоследок я покажу слайд все-таки со списком литературы. Литература, правда, вся... А, нет. Ну, основная литература на английском, но в любом случае. Вот, как бы... На каком-то этапе, к сожалению, у нас просто перестали давать хорошие переводы. Что поделать? Вот, с другой стороны, английский тоже полезно учить. Значит, в первую очередь, это книжка Хрбачика Еха «Введение в теорию множеств». Это такая весьма подробная, аккуратно расписанная книжка. Она не доходит до каких-то серьезных тем, типа форсинга, но тем не менее, там очень аккуратно рассказывают азы. Вот фактически все то, о чем мы говорили, оно там содержится. И чуть больше. Значит, книжка Еха – это в большей степени справочник, то есть это удобно использовать скорее для повторения какого-то материала и для погружения в более... продвинутые темы. То есть все то, о чем шла речь в этом курсе, оно там рассказано ну, максимум на 30 страницах, галопом по Европам, опуская зачастую множество деталей. С другой стороны, для людей, которые уже прошли базовый курс, наоборот, иногда вот не хочется вот все повторять в такой подробности, а не так уже крупными мазками. Я уже и так знаю, что такое классовая трансфинитная рекурсия, зачем мне это вспоминать. Вот. Даже если она там аккуратно не выписана где-то, какие-то частные ее случаи. То есть, например, сформулирована пусть классовая там трансфинитная рекурсия, но не сформулирована параметрическая версия, не сформулирована частичная версия, когда процесс обрывается.
Но подразумевается, что все понимают, что можно, если что, и так сделать. Вот. То есть подобные вещи там опускаются. Ну и третья книжка, это просто, чтобы хоть что-то упомянуть на русском. Ех, теория множества, метод форсинга. Это, значит, скажем так, ранняя весьма версия вот этой книжки. Видно, что 2002 год, а это на самом деле даже не 73-й, а пораньше, потому что тут это получается перевод соответствующей книжки. Но значительно пополненная и современная версия, она вышла вот тут. Но, повторюсь, это скорее такой справочник. Да? Там, значит, можно искать всякие факты любопытные. Ну и кроме того, некоторые доказательства базовых фактов там приведены хоть и очень коротко, иногда сильно сжато и без деталей, но зато сама идея доказательства может быть очень красивая, очень компактная. Да? То есть, что, а что так можно было? Ну вот оказывается, можно. Вот. Но детали придется, правда, исполнять в ряде случаев самостоятельно. На этом на сегодня все. Ну и вообще все. Да, у нас закончился курс. Спасибо большое за внимание.